Друзья, всем привет! Меня зовут Иван, я фишмонгер компании John Dory. Сегодня я вам покажу один из способов, как открыть устрицу. Нам понадобятся перчатки или кухонное полотенце. Оно позволит вам зафиксировать устрицу в руке и защитить себя от ее острых краев. Устричный нож. Короткий, с широким тупым лезвием, имеет острый конец. Такой нож вы можете приобрести во всех наших магазинах. Это значительно упростит и облегчит весь процесс. Возьмите кухонное полотенце и сложите в несколько раз. Разместите на плоскую устойчивую поверхность. Определите место крепления моллюска к раковине. Мускул находится на расстоянии двух пальцев у закругленного края справа. Именно он держит створки закрытыми. Расположите устричную раковину плоской створкой вверх. Зафиксируйте полотенцем корешком к запястью. Возьмите нож в рабочую руку, придерживая лезвие большим и указательным пальцами. Воткните под углом 45 градусов с правой стороны между створок. Поступательными движениями углубите нож на 3/4 лезвия. Подрежьте мускул в месте его крепления. Проведите лезвием под верхней створкой к корешку. Приподнимите верхнюю створку раковин лезвием ножа. Важно, чтобы мантия моллюска не оставалась на ней. Слейте первую воду и очистите устрицу от осколков, которые образовались в процессе. Не сливайте вторую воду, которая появится через несколько секунд. Она более мягкая и приятная на вкус. Ее выпивают вместе с устрицей. Отделите моллюск от раковины, подрезав нижний мускул в месте его крепления. Устрицу необходимо съесть в течение 30 минут. Добавьте в устрицу немного лимонного сока или соуса. Выпейте устрицу через край. Жевать обязательно. Надеюсь, вам понравилось видео. До новых встреч на канале John Dory. Подписывайтесь и ставьте лайки.